Всем привет, всем добрый день. Я хочу, девочки, для вас снять еще одно коротенькое видео по вашим просьбам. Я так поняла, после того, как я этого медвежонка выставила, что не все могут вязать вещи спицами. И было очень много просьб сделать небольшое видео, как связать вот этот вот пуловер и эту шапочку крючком. И это реально возможно. Да? Мы будем все точно так же вязать по этой схеме, как написала автор. Вот, и единственное, что нам там надо будет менять, это только инструмент. Мы убираем спицы и берем крючок. И набираем точно такое же количество петель, точно такие же убавки делаем, как вот все делала я спицами. Да? Вот, для этого я хочу использовать крючок номер 3. Крючок номер 3 и вот такую пряжу. Я хотела взять пряжу потоньше, не такую грубую. Ну, в принципе, автор она тоже брала тоненькую пряжу. Это обыкновенный, по-моему, акрил. У него метраж идет 200 метров на 50 грамм. Вот. Крючок используется 3-3,5. Ну, вот я троечку и возьму. Будем из этой пряжи вязать сперва шапочку. Итак. Я сейчас вам выложу схему и покажу, что, в принципе, вы сами потом можете брать любую схему спицами и переделать ее на крючок. Это очень легко. Вот по этой схеме сейчас автор пишет: набираем на круговые спицы 48 петель. Нам спицы не нужны, мы берем крючок и набираем 48 воздушных петелек. Замыкаем вязание в круг и вяжем резинкой. Расстояние от глаз до ушей. Вот это мы сейчас с вами будем делать. До этого я набираю 48 воздушных петель. Так, я надеюсь, все видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 и так далее. Набираем 48 воздушных петель. Вот я набрала 48 петелек. И мы делаем еще одну 49-ю для того, чтобы мы могли соединить. Потому что при соединении одна петля уходит. Поэтому набираем еще одну 49-ю петлю. Петельки я вам советую набирать не сильно такие маленькие. Немножечко их растягиваем, чтобы цепочка была... Ну, достаточно длинная, да, чтобы она не сдавливала голову. Если она будет чуть-чуть большеватая, то она резинка все равно немножко стянется. Но не так, чтобы она была узкая. Вот. Итак, теперь берем эту цепочку. Ровно ее прикладываем и соединяем. Здесь такая нитка. Я надеюсь, вы можете видеть, да, эти петельки. Вот сюда вводим в первую петлю. И соединяем с соединительным столбиком вот так. Вот я соединила. Теперь резинку я всегда вяжу столбиками с накидом. Я еще ни разу не видела, чтобы можно было резинку связать столбиками без накида. Там, по-моему, даже нет возможности. Обязательно должны быть столбики с накидом. Для этого вот мы соединили, и теперь мы делаем 2 воздушные петли подъема. Вот. Теперь мы провязываем весь этот ряд в круговую столбики с накидом. Для этого делаем накид, вводим крючок в следующую петлю и провязываем столбик с накидом. И повторяем так в каждую петельку. Провязываем столбики с накидом. Так, давай. И вот так вот по кругу. Окей? Давайте провязываем, потом с вами здесь увидимся. Вот я провязала весь этот ряд. И теперь у меня вот здесь еще одна последняя петелька. Вернее, вот я последнюю провязала, просто она немножечко сейчас еще растянутая. И мы соединяем вот этот вот столбик, это петли подъема, вот он.
И вот сюда идем наверх и соединяем. Вот так. Делаем 2 воздушные петли подъема. И теперь мы будем вязать резинку. Так. Резинка вяжется так. Делаем накид, провязываем сперва под вот этим столбиком спереди. Вот так вот идем. Так. Смотрите. Не как мы всегда вяжем, вот сюда входим, да? А входим вот сюда. Потом делаем накид. И следующая петля, вот эта вот, мы ее берем сзаду. Теперь опять накид. Следующую петлю берем спереди. Накид. Следующую петлю берем сзаду. Или сзади. Я не знаю, как правильно. Да и все равно. Лишь бы человек был хороший. Я всегда так говорю. Лишь бы человек был хороший. Своя отмазка. А как она говорит? Или он говорит? Все равно. Так. Это у нас было спереди. Теперь идем сзади. Теперь накид спереди. И так провязываем до конца ряда. Накид сзади. Просто чередуемся. Да, петли. Накид спереди. Накид сзади. Так, сейчас посмотрим, что у нас получается. Должен быть красивый мустер. Смотрите, такая получается резиночка. Вот так у нас. И вот так становится. Следующий ряд будет еще красивее. Мы провяжем 2 ряда. Вот этой резинкой. Окей, провязываем так до конца ряда. Вот смотрите, я до конца провязала, и у меня еще осталось вот это вот. Это все петли подъема. Их тоже нужно провязывать. Вот. Вот это я провязала за заднюю стенку или сзаду. И вот это еще провяжу. Вот. У нас, правда, получается здесь 2 петли, которые вот не чередуются. Понимаете, да? Это, я бы так скажу, вот это лицевые, а это изнаночные. Вот 2 лицевые у нас здесь рядышком, но это не страшно. Так, теперь мы делаем здесь соединительную петлю. Вот так. Делаем опять 2 петли подъема. И теперь смотрим. Теперь мы вяжем по мустеру. Вот. Но вы видите, да? Мы вязали вот здесь снизу. Теперь ряд вот он провязан. Теперь нам надо здесь, вот здесь сверху теперь надо вязать. И опять же, не так, а вот так. Накид. 2 петли подъема, накид. И вяжем. Вот сюда я вожу крючок. Накид. И я иду сзаду и захватываю вот этот вот столбик. Точно так же, в принципе. Просто нужно быть внимательной, чтобы не уйти ниже. Да, вот вы же видите вот эти вот пупырышки. Вот ниже этих пупырышек нельзя, только вот сверху. Так, накид. Сюда входим. И выходим. Накид и сзаду. Вот она. Так. И опять накид. И вот она. Накид. И вот там она сзади. Вот она. Сама пряжа у меня немножечко такая вся какая-то пупырчатая. Есть такое слово?
Пупырчатая. О, пупырчатая. И поэтому немножечко, может быть, вам тяжело видно. Мне кажется, мустер хорошо выделяется, и здесь ошибки, ну, невозможно сделать. Так, берем. Сейчас посмотрим, что получается. Так, берем. Вот такая резиночка. Смотрите, теперь идет вот второй ряд. Красиво? Красиво. Вяжем так до конца. Вот я провязала весь этот ряд и делаем точно так же здесь вот соединительную петлю. Вот. Вот такая получается резинка. Теперь вяжем дальше. Вот эти вот два ряда, вот эти два ряда у нас с помощью крючка идут в один ряд всего лишь. Это значит, мы должны сейчас провязать, как вот она говорит, 14 лицевых, 6 петель закрыть, 8 лицевых, 6 петель закрыть и 14 лицевых. Вот. Нам здесь петли закрывать не надо, потому что они у нас не на спицах лежат, они уже закрытые. Нам их только надо отсчитать, 6 штук. Мы их отсчитываем и автоматически 6 петель набираем. Понимаете? Мы отсчитываем 6 петель и автоматически набираем 6 воздушных. Ложим их так наверх и далее вяжем уже столбики. И у нас уже сразу же получается из двух рядов один полностью провязанный. Окей? Итак, вяжем тогда по схеме дальше, как она вот тут написала. 14 лицевых. Я решила полностью эту шапочку вязать столбиками с накидом. Кофточку я буду вязать тоже столбиками с накидом. Вот, единственное, что я думаю, может быть, грудку связать, как она называется, как она называется, эта грудка-то, господи, манишка, манишка, по-моему, называется она, да? Да, манишка, по-моему, называется. Вот, ее можно связать из столбиков без накида, а уже потом туда дальше вниз. Можно сделать столбиками с накидом. Но тогда это уже будет такое подобие как туники, подобие как платьюшко. Потому что она будет выделяться. Верх будет немножко уже, а низ будет расходиться. Потому что столбики с накидом, они немножечко свободнее лежат. Можно попробовать связать сразу же столбиками с накидом. Поэтому вы сперва посмотрите, как я буду вязать. Как он получится. Да? Потому что я... Вяжу в основном, а потом в конце еще корректирую. Поэтому перед тем, как вязать, просмотрите сперва это видео. Окей? Хотя мне кажется, что оно все получится. Если мы будем вязать также столбиками с накидом, мне просто страх то, чтобы верх вот эта манишка, она не была сильно большая из-за столбиков с накидом. Вот. Но это потом там уже кофточки. Итак, сделали соединительную петлю. Теперь мы провязываем 2 воздушные. Это петли подъема. Вот. И вяжем далее. Вяжем 14 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 это было. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13 и 14. Это 14 ее лицевых. А у нас в данный момент 14 столбиков с накидом. Теперь она пишет, что 6 петель закрываем. Они у нас закрыты, мы их только отсчитываем. Или набираем сперва сразу 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И 6 отсчитываем. 1, 2,
3, 4, 5, 6. И вот сюда в седьмую входим, вот сюда в седьмую. Но мы провязывать должны сразу столбик с накидом. Поэтому мы делаем накид, входим вот в эту седьмую и провязываем столбик с накидом. Это у нас будет первый. А нам нужно провязать 8. Первый, теперь второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Теперь делаем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это для второго ушка. И отсчитываем 6 столбиков. 2, 4, 6. Вот седьмая. В седьмую входим, делаем накид, входим в седьмую и провязываем столбик с накидом. Стелла с ума сходит у меня там. Все. Так, спать ей пора. Успокоительный сейчас я ребенку своему дам. Девочки, у нас время. У нас время 10:30 вечера. Ну, ночера. Уже ночера. Она у меня что-то приболела. Сегодня всю ночь кашляла. У нас что сегодня? Понедельник. Всю ночь кашляла. Я ее оставила дома. И сейчас у меня чувствует моя пятая точка, что мой ребенок уже очень здоров. Походу, пойду я, наверное, ее спать ложить. Потому что она температурила и спала до 12 дня. Пока я работала, она спала. Прихожу, она спит еще, представляете? Теперь ребенка хрен уложишь. Ну, короче, мы провязываем теперь 14 столбиков до конца ряда с накидом, да, провязываем. Вот я провязала до конца. Теперь делаем вот здесь соединительную петлю. И если мы, девочки, вяжем столбики с накидом, нам постоянно нужно делать в начале ряда вот эти две петли подъема. Если мы вяжем просто столбиками без накида, можно петли подъема не делать. Просто они вяжутся вот по вертикали все. Итак, ну я вяжу столбиками с накидом, поэтому делаем опять две воздушные петли. И вяжем далее. Вяжем сейчас до этих моментов, где у нас эти дырочки. Провязываем вот до этого момента. Вот, провязали. Теперь, в принципе, для самых смелых, если вы хотите, вы можете заходить в каждую петельку и провязывать. Здесь вот взяли, сделали накид, заходите в эту петлю, в принципе, возможно, да, и провязываете вот так вот столбик с накидом. Я делаю по-другому. Я просто вяжу как арочку и все. Мне так проще. Накид и под ней. Сколько у нас здесь? 6 воздушных петель, значит 6 столбиков с накидом вяжем над этой арочкой. Сколько уже? 3, 4, 5 и 6. У вас еще остается место, девочки, не пугайтесь, эти петельки, они потом лягут так, как им надо, да? Здесь должно быть только 6 столбиков с накидом. Делаем опять накид и идем вот в следующую сюда петлю. И вяжем далее. А эти петельки, они сейчас растянутся, как положено. Итак, вяжем и до следующего, хотел сказать, ушка. Так, провязали. Ну и тут точно так же. Последний еще столбик. И здесь точно так же вяжем 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять и последний. 6. Теперь идем вот в эту. Сюда.
и провязываем до конца. Просто столбики с накидом. Провязываем до конца и сейчас померяем. Провязала до конца, опять делаем петлю соединительную и два воздушных, две воздушные петли. Так, вот у нас перед шапочки. Есть у меня тут ножнички? Нет, нитка прям раздражает. Тут от свечек есть ножницы специальные для свечек. Сейчас я отрежу. Так. Где наш косолапый? Вот он, масенький такой. Булочка. Мы сейчас тебя приоденем. Будешь ты у нас кружевной такой. Ой ты, господи. Слушай, красивая нитка, да? Она такая, может быть, для вас неудобно ее показывать. Ну, хотя, в принципе, я бы не сказала. Вроде бы все видно. Но она сама по себе красивая ниточка. Ну вот, смотрите. Вот для ушек все подходит. Вот. Вот. Можно еще один. Если нитка тонкая, можно связать еще один ряд резиночки. Но тогда мордашка будет закрыта у него. Смотри, как красиво. Видите? Вам, в принципе, ничего не нужно менять в этой схеме. Вы просто берете за место спиц крючок. И все. Там, что лицевые петли, это столбики. Если там вяжется убавка, значит, вы провязываете убавку в столбиках. И все. Кстати, я как-то видела очень красивых зайцев, вязаные спицами. И я их пробовала вязать крючком. И у меня получилось. Но это было, правда, девочки, очень давно. Поэтому, что нам теперь остается делать? Вязать просто нужную длину столбиками с накидом. И эта ниточка, она такая тоненькая, здесь дырочки, ничего не просвечивается, в принципе, она плотно сидит. Как будет кофточка дальше, я не знаю, потому что если мы будем столько вязать рядов, как тут, столбиками с накидом, то они могут быть рукава длиннее. Поэтому здесь надо, хочешь не хочешь, кофточку надо будет вязать только столбиками без накида. Вот. Шапочку можно тоже тогда. Чтобы она все было пропорционально, можно вязать шапочку столбиками без накида. А как они вяжутся, это обыкновенные просто столбики и все. Но единственное, я хочу сказать, что она тогда будет не такая мягкая, она будет твердее. Тверже, твердее. Да, она будет такая, по ощущению, не очень приятная. Жесткая, вот. Да? Булочка. Ты уже весь такой, ты уже замазюканный весь такой. Я у тебя уже затискала всего такого. Мой будешь. Будешь мой такой. Булочка. Зацеловала бы. Ой, господи. Сколько во мне этой любятины, а? Кто бы знал, сколько во мне этой любятины. Самое главное, никому не попадаться. Никому не попадаться, поэтому я отрываюсь. То на своих детях, то на игрушек. Ой, Лена, пипец. Молчи лучше, Лена. Молчи. Тебя смотрит вся страна. Да? Ну, меня вообще по барабану, вот, честно слово. Мне такое ощущение, как будто меня никто не смотрит. Я здесь никого не вижу, я вижу только себя. Себя и мои разговоры. Так, что нам нужно делать? Я тут уже кофточку приготовила, да? Но мы вяжем сейчас, девочки, просто нужные вам ряды. Вот шапочка, сколько она идет. Вот сколько она идет. Вот так. Столько вяжем. Вот столько нам еще нужно провязать. Окей? А потом, в принципе, мы берем вот эту нитку, берем цыганскую иголку и берем вот эти вот все петельки, наживуливаем и затягиваем. Но мне кажется, что это сильно много петель будет, чтобы затягивать. Она прям вся такая будет чересчур волнистая. Поэтому, когда мы вот нужную длину провяжем, мы можем один ряд поубавлять. Да? Мы можем просто один ряд убавить. Это значит, две петельки вместе провязать. И там будет на половину петель меньше. И тогда вот этим с меньшим количеством петель намного легче стянуть. Тогда она не будет сильно в гармошку все, понимаете? Представляете, вы сейчас все эти петли стянуть?
это будет некрасиво. Поэтому давайте провяжем сперва нужную длину, потом мы провяжем один ряд с убавками. Это значит каждые две петельки вместе. И потом мы стянем оставшиеся вещи. Оставшиеся вещи, господи. Все, девочки, мне тоже надо в люлю уже, если честно. Мне тоже надо в люлю, но здесь я не могу. Даже если я в таком немножечко уставшем состоянии, я не могу здесь сделать ошибок. Вообще не могу, понимаете? Здесь петли все четко прям получается. Так что вяжем нужную нам длину. Может быть, даже увидимся. Может быть, даже увидимся завтра. Потому что я чувствую, что все, батарейка у Лены села. Нужна подзарядка, мне в 6 на работу. Так что, девочки, мне кажется, мы с вами завтра увидимся, да? Если вы тоже спать, то давайте. Всем спокойной ночи. Так, девочки, всем добрый день. Здравствуйте. Я вчера провязала нужные мне ряды. Вот, так оно выглядит. И сейчас мы с вами провяжем один ряд убавками. Так, делаем 2 воздушные петельки. Нет, давайте мы один ряд убавками сделаем просто обыкновенными столбиками. Легче будет. Нам, в принципе, сейчас не нужно увеличивать длину. Мы просто сделаем убавки и все. Итак, я одну сделала воздушную петлю. И теперь мы провязываем с вами вот так вот 2 петельки вместе. И так весь ряд. Эти убавки, они спрячутся под бомбоном. Вот. Просто убавляем. Вяжем так до конца ряда. Вот я провязала этот ряд. Сделаем здесь соединительную петлю. И оставим эту нить для стягивания петель. Мне кажется, в принципе, можно и шапочку так ряд за рядом убавлять, убавлять, убавлять. И будут все убавки, будут как колпачок. Это, в принципе, тоже возможно. Я попробую стянуть эти петельки. Посмотрим, как получится. Если получится красиво, так оставим. Если нет, то можно будет следующий ряд точно так же просто убавлять. И потом здесь бомбон пришить. И все. А смотрите, что я хотела вам сегодня показать. Я сегодня получила маленький пакетик с Китая. Вот такие иголки я нашла у китайцев. Это для того, чтобы пришить голову. Она, видите, имеет конец такой загнутый. Это если вот в шею вводишь, или ты вводишь в голову и потом в шею. Намного проще, когда... Есть же такие иглы, вот операционные, они круглые. Да? Я один раз была на операции. Шеф у меня оперирует в Праксисе, где я работаю. Но я пару раз пыталась ассистировать. И только я, когда услышала, когда он перерезает вот эти вот... эти... Я не знаю, как по-русски сказать. Я могу сказать, как по-немецки, но я не хочу это говорить по-немецки. Сейчас-то немцы не поймут, о чем я тут речь толкаю. Короче, когда мужчина хочет стерилизоваться, они же перерезают вот эти вот каналы, да, где вот эти живчики бегают. Вот, и он один раз перерезал, и я только услышала это, и все. Ленка в обморок упала сразу же. Насколько я люблю медицину, насколько я уже 20 лет, больше 20 в медицине, и что я только там не видела, боже мой, особенно если ты еще у мужского работаешь. Боже упаси. Может быть, от этого у меня такой иногда юмор, да, что не каждый понимает. Но если ты с этим живешь, то и это. И вот я не смогла это перенести, мне так стало плохо, и я потом сказала все. Потом я попробовала еще раз. Я все-таки же хочу ассистировать, это же плюс для шефа, да. И в следующий раз мне стало плохо, когда он вот эти вот жгуты перерезал. Я вроде бы это смогла как-то через себя пронести. Немножко побледнела, но ничего. Но я устояла на ногах. А потом он должен был их концы завязать с двух сторон, да, и прижечь еще, вот, чтобы не кровило. И когда он начал прижигать, я вспомнила вот этот вот запах, когда мы курей били. Господи. И полили. Какие у меня воспоминания, да, ну я в деревне жила, мы же курей сами-то, это самое. Я даже не могу даже представить, я бы сейчас не смогла бы вот на это все смотреть, да, раньше, как ребенка, мы привыкали, мы с этим когда-то вырос. И вот этот запах паленой курицы, все, я опять упала в морг и сказала, все, отстаньте, я делаю все, что вы хотите,
Только операции меня не трогайте вообще, это вообще не мое. Ну, мне плохо становится, и все, я не могу. А если он еще пискнет в этот момент, или там что-то дернется, ой, мне так его жалко сразу становится, этого бедного мужика. Я говорю, да нафиг надо, говорю, он, у нас есть одна, она немножко такая характером пожестче, она на 13 лет младше меня, но она там баба. Говорят, что я баба, да, с квадратными этими. Но нет, есть еще посильнее. И вот у меня такая есть ученица, она только начала работать, и она там уже вовсю шефом. Ей дай, блин, скальпель в руки, она сама прооперирует, такая она смелая. Вот, очень интересно сейчас у меня в практике. И поэтому, девочки, я откуда помню? Я уже думала, может, у шефа взять одну иголочку, такую у него прям она такая круглая, чтобы голову пришивать к шее. Ой, блин, насмеялась я. Зато единственное, что я сразу хорошо отмазалась. Я операции не делаю, я не хочу. Не хочу брать на себя эту ответственность. И все. Пару раз в обморок упала. А сказала, забирайте ее. Она мне... Таких мне работников не надо. Ну и все. Я лучше вам буду катетеры вставлять и все такое. Мне это больше приносит удовольствие. Так что, девочки, я не только игрушки вижу. Ой, хорошо, что они не понимают, немцы мои, с кем я работаю, да, о чем я говорю. Ну ладно, это все юмор. Это все прикол, мы тоже над этим ржем, когда у нас корпоратив. Итак, берем и собираем теперь, да, собираем теперь вот эти вот петельки. В основном нужно брать за переднюю полупетлю, вот так вот. Но так как эти петельки такие тоненькие, зачем сейчас портить зрение? А мы опять облегчим себе работу, да? И пошла вот так вот. Ну ладно, ладно, что-то мне не очень так нравится, вот так лучше. Собираем вот эти петельки. Лена все решиться не может, да? Забираем и вот так их затягиваем. Вот, сейчас будем платьишко вязать. Что, будем мерить? Так, тут я, по-моему, уже завязала. Надо ее отрезать. Так. Меряем, девочки. Ой, я уже тащусь. Бубочка. И что, что такое сладенький там, боже ты мой. Вот так. Еще знаете, как красиво зацепить как-то, как-нибудь. Ну, не обязательно она назад так торчит. Мне не очень нравится. Мне нравится, когда она немножко так сверху. Можно было бы так ее чуть-чуть зацепить здесь. Просто ниточкой. И у него такая вот форма шапки. Ну, что? Вы довольны? Я да. Я вполне довольна. Вот, только единственное, что, девочки, мне придется еще двух медведей вязать из-за вас. Потому что у меня же одежда не может просто так лежать. Мне надо будет эту одежду теперь на кого-то одевать. А у меня только вот в таких вязаных одеяниях. Потому что мне нравится красивый цвет такой, да? Зеленый. Что, вяжем кофточку? Я оставлю, не буду ее снимать. А то я уже замучила эту бубочку. Снимем сейчас кофточку. И будем вязать кофточку крючком. Толстожопик. Так. Чуть убираем вот это все, да? Так, девочки, нам осталось связать только кофту. Ее я уже связала. Видео я уже записала и решила сделать маленькую вставочку для вас, пару советов вам дать перед тем, как вы начнете вязать эту кофту. Итак, вот так она выглядит, да, вот такая эта кофточка, оно все подходит, но я хочу вам посоветовать, если вы будете использовать подобную нитку с таким же метражом, я вам хочу посоветовать крючок взять чуть потолще. У меня здесь крючок 3, возьмите 3,5. Или же, ну, буквально чуть-чуть толще нитку. Чуть-чуть только. Но если вы вяжете сами по себе свободно, то вам ничего здесь делать не надо. Я вяжу очень туго. И по схеме, все абсолютно по схеме я вязала, оно все пропорционально, оно все подходит. Но из-за моей тугой вязки я этот пуловер, да, или кофточку еле натянула. Вот, но видно, что вязка очень тугая, ни дырочек, ничего не видно. И потому что тогда, когда я вяжу спицами, у меня кофточки получаются очень мягкие, очень такие эластичные. Но когда я вяжу
крючком одежду, она у меня получается всегда тугая и плотная. Если вы вяжете свободно, то у вас с таким крючком и с таким метражом кофточка будет сидеть отлично. Если же вяжете вы тоже туго, то я вам советую взять крючок чуть-чуть побольше или же саму нитку чуть-чуть потолще. Только чуть-чуть, а так оно все подходит. Окей? Это вот маленький совет перед тем, как начать вязать эту кофточку. Вот. Итак, девочки, вяжем с вами далее. Вяжем кофточку. Для этого я буду параллельно тоже ложить схему и показывать вам, как я это меняю, чтобы вы просто понимали и в следующий раз вязали сами, если вы имеете схему для спиц. Итак, автор пишет. Вот она эта схема. Буква R у нее обозначает как реглан. Это значит, вяжется один накид, одна лицевая, один накид. Вот. Она в изнаночном ряду накиды провязывает скрещены. Вот. Это для того, чтобы не было видно дырочек. Я их скрещенными не провязывала, когда вам показывала. Я их так провязывала, как они есть, чтобы у меня эти дырочки были. Да, я вам, по-моему, это объясняла. Это мы здесь игнорируем, так как мы вяжем сейчас крючком. Что нам нужно сделать? Набрать на круговые спицы 26 петель, в круг не замыкать, вязать поворотными рядами. Это значит, что мы набираем сейчас 26 петель крючком. Это воздушные петли. Набираем 26 воздушных петель крючком и провязываем первый ряд. Здесь стоит изнаночный. Крючком изнаночных рядов нету, просто один ряд столбики без накида. Кофточку я буду вязать столбиками без накида, чтобы быть 100% уверен в том, что она не будет ему большая. Поэтому вяжем столбики без накида. Но не забываем, девочки, когда мы вяжем спицами, у нас всегда в начале ряда и в конце ряда идут кромочные. Вот они везде, да, они везде. А когда мы вяжем крючком, этих кромочных нет. Но когда изделие готово, очень часто просто край обвязывается этой красивой косичкой. А при вязании спицами эта косичка, она получается автоматически, если мы правильно провязываем и снимаем кромочные. Это значит, что нам вот на эти две петли нужно игнорировать. Их нужно игнорировать. Значит, нам надо выбирать не на 26 петель, а 24. Окей? Потому что вот эти две петли, они здесь крючком не существуют. Мы набираем 24 воздушные петли. Это для тех, кто вот, ну, правда, не понимает, охота объяснить. Я думаю, некоторые скажут спасибо, а некоторые перемотают. Вот, каждому свое. Итак, набираем 24 воздушные петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и так далее. 24 петли. Вот я набрала 24 воздушные петли. И нам теперь нужно провязать один ряд столбики без накида. Не забываем всегда делать в начале ряда петлю подъема. Это как будто бы кромочная у нас в этом случае. Да? Делаем петлю подъема. И начинаем вязать со второго столбика от крючка. Вот это вот первая петля, вот вторая. Вот сюда входим. И вяжем с вами один ряд просто столбики без накида. Каждую петельку. Первый ряд он немножко сюда тяжеловат, потому что эта косичка, она как сопля болтается, ее не схватишь. Особенно такой тонкой ниткой. Неудобно просто, это первый ряд, а потом она пойдет как по маслу. Итак, провязываем один ряд столбики без накида. Вот я провязала, теперь мы делаем, как всегда, воздушную петлю. Поворачиваем работу. Следующий ряд здесь стоит. Первая кромочная, мы ее игнорируем. 4 лицевые, это обыкновенные 4 столбика без накида. Провязываем сперва 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Так, теперь здесь стоит реглан. R это как реглан. Это значит, один накид, одна лицевая, один накид. Если так перевести сейчас на крючок, это одно и то же, когда мы из одной петли провяжем 3 петли. Одна она идет сама по себе в эту петлю, и эти два накида, которые здесь, они вывязываются тоже вот из этой же петли. В переводе накид, лицевая, накид, это...
три столбика из одной. Один столбик из одной, второй и еще один. Вот, провязали. Теперь мы вяжем дальше опять 2 лицевые и потом опять вот этот реглан. Это значит, провязываем сейчас 2 столбика. Только 1, 2. Потом там идет буква R как реглан. Значит, мы вяжем из одного столбика 3 столбика. 1, 2, 3. Далее идет 8 лицевых и реглан. Это мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. И провязываем теперь реглан. Это значит из одной 3. 1, 2, 3. Потом здесь опять идет 2 лицевые реглан, 4 лицевые. И кромочную мы не трогаем. 2 лицевые реглан, 4 лицевые. Это значит 2 столбика. Потом идет реглан, это значит из одной 3. И в конце ряда 4 лицевые, это значит 4 столбика. Три и 4. Видите, по схеме у нас все абсолютно правильно. Значит, правильно, что набрали 24, правильно, что вот эти кромочные убрали, и в переводе все получается. И сейчас автоматически у нас кофточка начинает формироваться. Вот. Вот так она идет. Пока еще все тоненькое такое. Ну, вот так. Вот это будет грудь, вот тут будет рукава, а это зад. Вот. Следующий ряд мы делаем, как всегда, воздушную петлю и провязываем просто один ряд столбики без накида. Вот, вводим крючок и провязываем. Это идет как по схеме изнаночный ряд. У нас его нету, мы просто один ряд провязываем в каждый столбик. Столбик без накида. Тут у нас 3 столбика, вот их все 3 провязываем, это вот эти вот прибавки. В этом случае я знаю, что можно еще вязать здесь как-то с воздушными петлями, тогда получаются дырочки. Я сейчас хочу вам просто перевод показать этой схемы. Вот. Здесь на этой кофточке вот этих вот дырочек на рукавах их не будет. Здесь будет просто гладкое полотно, которое сформировано под рукава, под все. Окей? Вот видно же уже. Итак, вяжем до конца ряда. Вот я провязала до конца ряда. Теперь делаем воздушную петлю. Девочки, количество петель я не знаю. Я не записывала это. Мне надо полностью связать этот пуловер и все петельки записывать. Здесь в схеме тоже нету петель, поэтому вяжем сейчас вот как вяжем. Следующий ряд. Следующий ряд это у нас идет. Вот мы связали один ряд. Узор, и теперь еще третий ряд, и четвертый сейчас вяжем, четвертый ряд. Теперь я буду просто сама смотреть на схему и говорить, как я буду вязать, уже только столбиками, да, чтобы вас здесь с ума не сводить. Вот, но начало, я думала, вы поняли. Я думаю, вы поняли для тех, кто хотел бы вообще научиться переводить вот эти все схемы. Итак, четвертый ряд. Воздушную петлю мы уже было сделали, и теперь мы вяжем с вами 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Теперь мы делаем реглан. Из одной мы вывязываем 3 столбика. 1, 2, 3.
3. Теперь мы вяжем 4 столбика. 2, 3, 4. Потом мы делаем опять реглан. Из одной 3. Потом 10 столбиков. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потом мы делаем реглан. Это значит из одной 3 столбика. Потом мы вяжем с вами 4 лицевые. 4 столбика. 2, 3, 4. Теперь мы делаем из одной 3. И до конца у нас остается еще 5 столбиков. 1, 2, 3. 4, 5. Видите, все правильно. Все петельки, все сходится. Слава Богу. А то у меня, если петли не сходятся, у меня уже страх. Уже где-то я петлю пропустила. Смотрите, красиво получается эта манишка. Да, вот эта грудь. И вот тут будут потом плечики формироваться. Итак, следующий ряд у нас опять идет по схеме тут изнаночной. Для нас это просто мы делаем воздушную петлю и провязываем один ряд без изменения столбики, без накида. Провязываю. Вот я провязала этот ряд чисто просто столбики без накида. Теперь вот так она получается, вот так правильно. Теперь мы делаем воздушную петлю, поворачиваем работу и вяжем 6 столбиков. Теперь делаем реглан из одной 3. Дальше вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь делаем опять реглан. Из одной 3. Потом провязываем 12 столбиков. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Потом идет реглан из 1, 3. Потом 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. Теперь из 1, 3. Раз, два, три. И до конца у нас остается еще 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер! Воздушная петля. Поворачиваем и вяжем просто столбики без накида. Так, провязала этот ряд, делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание, и мы сейчас с вами вяжем 8-й ряд по схеме. 7 лицевых, это 7, значит, столбиков. Провязываем 1,
два, три, четыре, пять, шесть, семь. И теперь делаем реглан из одной, три. Теперь провязываем 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы делаем реглан из 1, 3. Потом провязываем 14 столбиков. 2. Провязываем, девочки, 14 столбиков. Окей, 14. Так, 14 провязала. Теперь вяжем из 1, 3. Вяжем 8 столбиков. 8. Теперь из 1, 3. И до конца ряда провязываем 7 столбиков. Воздушная петля. Поворачиваем и вяжем один ряд без изменений, столбики без накида. Так, вот я провязала этот ряд. Теперь мы делаем, как всегда, воздушную петлю. И провязываем последний ряд с прибавками. Сперва 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом мы делаем реглан из 1, 3. Потом мы вяжем с вами 10 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем из 1, 3. Теперь провязываем 16 столбиков из 1, 3. 16 и потом из 1, 3. Провязала. Теперь мы провязываем с вами 10 столбиков из 1, 3, 8 столбиков. 10 из 1, 3, 8. Провязала. Делаем воздушную петлю и провязываем еще один ряд. Без изменений столбики, без накида. Так, провязала я тоже этот ряд. И теперь мы будем сейчас соединять. Я надеюсь, что она по размеру подойдет. Вообще очень тугая вязка у меня. Я очень туго вяжу. Я надеюсь, что у вас чуть-чуть посвободнее. Если вязать столбиками с накидами, будет сильно большое полотно. Для этого медвежонка будет она сильно большая кофточка. Столбики без накида самое то. Но может быть нужно чуть-чуть... люфтига, посвободнее вязать. Или же взять крючок не 3, а 3,5-4. Вот. Итак, ну посмотрим сейчас. Мне самое главное показать вам, как это вяжется. А если вдруг она будет немножечко маловатая, то только нужно поменять крючок. Больше взять крючок. И она чуть-чуть изменится в размере, и она должна подойти. Вот. Итак, следующий ряд. Мы вот провязали, делаем воздушную петлю, поворачиваем работу. И теперь мы вяжем с вами 10 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9,
10. Теперь здесь по схеме стоит, вот мы провязали 10 столбиков, по схеме стоит 12 закрыть. Нам их закрывать не надо, они в столбики, они всегда закрыты. Они уже закрыты здесь, да? Для этого мы просто отсчитываем 12 столбиков. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И входим вот в этот столбик. Просто сейчас сюда входим. Еще раз я посчитаю, девочки. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот сюда входим. Это у нас один рукав. И вяжем 20 лицевых. Один столбик. Маленькая, да, получается ручка. 2, 3. Провязываем 20 столбиков. Вот и провязала. Теперь опять нам нужно будет по схеме закрыть 12. Это мы просто 12 отсчитываем. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот сюда входим. Провязываем 10 до конца ряда. Вот это у нас будет первый столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Но с петельками я как никогда, прям все тютельку в тютельку. Так, теперь следующий ряд мы провязываем просто теперь вот в круговую. Это значит, мы здесь соединяем. И вот в этих местах делаем по 2 прибавки. Вот такая кофточка получается, девочки. Я надеюсь, она не будет маленькая. Но это не то, что схема не подходит. Это то, что я туго вяжу и тонкий крючок взяла. Я надеюсь. Так, у нас мы сейчас соединяем и вяжем просто по вертикали, без всяких подъемных петель. Итак, мы сейчас просто вяжем ряд. Я уже боюсь, если честно, что не подойдет. Просто вот вяжем один столбик и пошла. Я уже сейчас петли даже считать не буду. Их не нужно считать. Мы должны провязать сейчас для нас нужную длину кофточки. И вот в одном единственном, вот в этом ряду, мы сделаем в проймах, я так понимаю, это подмышками, 2 прибавки. Вот. Здесь делаем одну прибавку и в следующей петле сделаем одну прибавку, чтобы чуть-чуть ее расширить. И вяжем далее до следующего рукава. Когда вяжем туго, есть и плюсы, и минусы. Плюсы — это всегда игрушка остается долгое время в форме. Минусы. Вот как сейчас, например. У меня вот прям чувствую я, что будет чуть-чуть маловато. Потому что туго вяжу. Я не могу по-другому. Я люблю, чтобы вязка без дырочек была. Для меня это очень важно. Мне кажется, что это, ну, как качество тогда лучше. Так, 2 петли под мышками вяжем. Здесь прибавку. Ну и здесь одну сделаем прибавку. 2 прибавки надо делать в проймах. Провязываем до конца ряда. Знаете, если вы не хотите, например, здесь соединять, а хотите просто одеть, то нам не нужно вязать по кругу. Мы можем также вязать поворотными петлями, а потом здесь просто сделать пуговички, а здесь вот такие петельки и застегнуть. Получается, что вы так его одеваете, застегиваете, а не через ноги, понимаете? Так тоже можно сделать. Тогда вам не нужно связывать в круг или соединять в круг, а просто вязать поворотными петлями. Все, рядами, вернее. Все, я уже в своей волне. Если я в своей волне, это чувствуется уже по моей речи. Руки делают одно, язык делает другое. Так, ну что, блин, чувствую я, что я сюда не залезу. Я надеюсь, у вас это не так. Кофточка-то сама получилась классно. Теперь только длину связал и все. А
У меня страх, что я не залезу. Вернее, он. Я-то стопудово не залезу, а он, я не знаю. Девочки, ну неужели мне придется видео переписывать? Представляете? Бесполезно, я не залез туда. У него попец такой. Я думаю, что опять мне заново вязать. Я не хочу заново вязать. Я уже третий день вяжу эту кофту, я уже 10-й раз перевязываю. То мне нитка не нравилась, то еще что-то. Просто у меня здесь туго связано. А так оно должно все подходить. Абсолютно все. Бедный медведь. Бедненькие. Эти бедные ручки. Слушайте, да что я тут панику делаю? Смотри, какой красивый. Да все подходит, Лен. Просто надо попроще вязать. Будь попроще ты. Во всем попроще. Смотрите, дох, все сходится. Фу. Все сходится. Теперь вяжем вот еще пару рядов и все. Но я расстроилась. Я бы хотела быть чуть-чуть посвободнее. Оно все подходит, но тяжело одевать. У него еще кончики ручек, они вот такие. Тут я, наверное, поувидела, сама с собой сейчас разговаривала, да? Расстроилась, потому что... Все подходит. Видите, какой? Новорожденный. Да? Красавчик. Так, ну что, вяжем еще ряды. Я думаю, что здесь сколько вот... Один ряд, второй. Два ряда достаточно, девочки. Вот так где-то. Мне кажется, что у вас получится, если будет легче вязать. Не так туго. Вот. Но если бы мы вязали столбики с накидом, девочки, здесь столбики без накида. А с накидом, вы видите, это один ряд столбики с накидом, это как будто бы, блин, почти два без накида. Тогда у него вот тут бы были бы рукава. Такой компактный весь, да? Я сразу вспоминаю, когда они совсем-совсем маленькие, и одеваешь вот эти вот, ну вот такие вот бодики, боже ты мой, ты боишься там левое движение сделать. Кажется, они поломаются. Они же как пластилин, все гнутся. Вот. Ну что, я не хочу, блин, теперь снимать. Мне ручки жалко. А так все правильно. Вот по этой технике, если вы будете вязать, возьмите чуть больше крючок, у меня 3, возьмите 3,5 и вяжите чуть-чуть полегче. Полегче, да, попроще. Чуть-чуть попроще. И все у вас получится. Вот. Так что вот с этой вот мы просто делаем петельки. Да, вот как вот мы делали, я вам сейчас покажу. Воздушные петельки. Если честно, здесь так аккуратно получилась вязка, даже чересчур аккуратно, да, что я еле медведя одела в нее, что здесь обвязку никакой делать не надо. Сколько там петелек? 7, по-моему, я делала. Надо было мне подлиннее оставить ниточку. Вот как-то так. И вот вводим сюда и делаем соединительную петлю. Все. Вот петелька будет у вас такая для пуговички. Чтобы здесь застегнуть. Здесь все сходится. Не насильно, девочки. Не насильно. Смотрите, ряд какой-то получился волнистый у меня. Ну, я не вижу ничего такого страшного в этом. Я так оставлю, обвязывать не буду. Единственное, что в моем случае я бы желала себе, чтобы ручки были чуть-чуть побольше. Я имею в виду рукава. Вот. Ладно, я его довяжу, одену, пришью пуговички и покажу, что у меня получилось. Окей? Так, девочки, смотрите, связала я нужную мне длину. Вот. И сразу какая разница? Здесь поворотные ряды, а здесь прямые ряды, да, по вот вяжем просто по спирали. И получается вот такие. И то очень туго. Но не могу я по-другому вязать. В моем случае здесь надо крючок
побольше взять. Вот, теперь смотрите, чтобы она немножко сочеталась, в принципе, здесь вот этот вот ряд или вот эти ряды можно было провязать столбики с накидом. Только тогда вам здесь надо будет делать сюда петли, петли подъема, да? Не по вертикали просто вязать, а делаете соединительную петлю, петли подъема и вяжете дальше. Тогда они бы, вот эта вот нижняя часть, сочеталась бы вот с этой шапочкой. Красиво бы смотрелось. Вот. Если это для девочки, то можно связать такие рюшечки. Вот. Если это просто так для мальчика, можно так оставить. А можно, чтобы она сочеталась с резинкой, например, да, можно сделать рачий шаг обвязку. Это вот в этом случае я хочу это сделать. Я соединила петлю, и теперь я просто сейчас вот рачий шаг, это вот так вот идем назад. И вяжем столбики без накида. И получается вот такая вот красивая кайма. Я не знаю, как она будет смотреться. Самое главное, чтобы она наверх не закручивалась. Нужна ли она? Не знаю. Но что-то хочется. Я не знаю, как она будет смотреться. Я сейчас просто попробую. Лишь бы она наверх не закручивалась. Что-то такое хочется выделить. Потому что здесь реально вот с этой вязкой получается такая кайма. В принципе, она не так уж и плохо смотрится. Она как-то выделяет эту кофточку. О, да? Мне так кажется. Нитка такая, что она не должна ее закручивать наверх. Смотрите, мне кажется, что будет красиво. Вот так вот можно край обвязать, чтобы оно не так уж просто было. Окей? Если вы хотите, обвязываем. Я сейчас обвяжу, пришью пуговичку сюда. Здесь у меня уже пришила я эту петельку. И одену. И посмотрим, что получится. Итак, девочки, смотрите. Довязала я эту кофточку. Сделала я тут вот обвязку. Пришила сзади пуговичку. Здесь я ничего обвязывать не стала. Мне этот край очень нравится. В принципе, она все подходит. Единственное только то, что я вязала туго. Конечно, кофточка такая очень плотная. По вязке видно, тут ни одной дырочки не видать, да? И из этого, конечно, были немножечко проблемы ее одеть. Но она одевается, она по размеру подходит. Одно, что я могу вам посоветовать, это вяжите свободней. Не проще, как я тут все время, свободнее, я это слово не могла вспомнить. Вяжите свободнее, не так сильно на втяжку, да, чтобы кофточка была такая же, вот, может быть, мягкая, как и эта шапочка. А в основном я очень довольна. Я, конечно же, как сказала, сделаю маленькую вставочку перед тем, как вы начнете вязать эту кофту. Вот, ну вот, как-то вот так. Вяжите с удовольствием. Еще раз спасибо огромное автору за эту прелесть. Всем до следующего раза. Пока.